Шумой стали первой в своем роде рок-программой. Мы же елку хотели наряжать. Лежали они год, пусть еще год полежат. Никаких полежать. Встаем и начинаем готовиться к Новому году. Сегодня в программе выбираем место для корпоратива, делаем новогодний маникюр, устраиваем фотосессию под елочкой и ищем самого новогоднего кота. Андрей, она хорошо поет, но ты-то поешь еще лучше, ну спой, ну пожалуйста. Марина, подумай о соседях, ты не гуманная женщина. Я слышала, как ты поешь, ну Андрюша, ну спой, ну одну песенку. Всем понравится, Андрей, всем понравится. Андрей, ты не расстраивайся, а? Популярность — это тоже хорошо. Нам было весело. Ты понимаешь, что мне теперь придется уехать из города? Ну зачем так критично, Андрей? Мгновение новогоднее, остановись. Праздничные фотосессии нынче в моде. Варечка поцеловала маму. Отлично. Вспомнили о хорошем. Посмеялись. Новый год – праздник семейный, поэтому и фотосессии под елочкой должны быть такими же. Один человек не может передать столько эмоций, сколько может передать, ну, как минимум двое. Двое человек, они могут друг друга просто рассмешить. Обязательно им нужно общаться между собой, найти какой-то контакт. Я для них незнакомый человек, они меня вообще не знают. Поэтому, когда они контактируют между собой, они, естественно, начинают друг другу рассказывать какие-то истории. Мне важен сам процесс их какого-то вот взаимопонимания. К Новому году все фотостудии преображаются. Елки, гирлянды, камины. Выбрать можно как классический красно-зелено-золотой Новый год, так и бело-бежево-снежный. Но под такой интерьер и одежда должна соответствовать. Больше похоже, что мы семья. Еще так больше похоже, так к интерьеру подходит. Уже сейчас записаться на фотосессию трудновато. Выходные почти у всех фотографов заняты, но надо прорваться, ведь Новый год пройдет, а фотографии останутся. Фотосессия прежде всего для того, чтобы осталась память. Это эмоции положительные, впечатления новые и хорошее настроение к празднику. Где мой ужин? На этой неделе ты должен был ужин готовить. Че это вдруг? Мы договаривались. Так, ничего не договаривались. Ничего я не должен готовить. Ты должен готовить. Ничего я не должен. Мало того, что ты на медленный танец меня не пригласил, еще и ужином кормить не будешь. 2016 год – год огненной обезьяны. Животного шумного, озорного и суетливого. Поэтому встречать обезьяну надо так, чтобы радость и веселье били через край. Хозяйке наступающего года придется по вкусу праздничная суета, конкурсы и развлечения. А потому благоволить обезьянка будет тем, кто встретит приход Нового года в веселом разгуляе. Новый год, конечно, хорошо. Очень мясо, очень вкусно. Хорошо, иди сюда, молено. Трещать по швам новогодняя ночь должна не только от веселья, но и от угощений. Обязательно поставьте на стол фрукты, много фруктов, побольше свежих овощей и что-нибудь эдакое. Обезьяне экзотика понравится, да и вообще новогодняя ночь – отличный повод отведать что-то новое. Но не хлебом единым, как говорится, оформление в наступающий обезьяний год играет немаловажную роль. Самая дорогая посуда, самые изысканные украшения, все самое-самое должно быть при встрече 2016-го. Надо прямо-таки почувствовать себя падишахами, будто в сказке «Тысяча и одна ночь». Новогодних традиций на самом деле очень много. Оттого и масса вариантов, что поставить на стол. Различные закуски из мяса или рыбы, фрукты, конечно же, бананы особенно. Ну и напитки под любой вариант празднования. Несмотря на свой взбалмошный характер, обезьяна по своей натуре чутка и отчасти задумчива. Поэтому тем, кто хочет провести Новый год без буйств, корпоратива и радости от прихода Деда Мороза, карт-бланш. Просто посидеть, просто отдохнуть можно и в Новый год. Новый год. А по-китайски? По-китайски,
朋友们新年快乐。Гитарка. А, мои ногти. От кончиков пальцев до кончиков пальцев. Ногтям новогоднее настроение. Уже пора задуматься о маникюре и педикюре, ведь гель-лак, такой модный сейчас, держится около 3 недель. Поэтому ногтевые приготовления можно начинать уже с 10-х чисел декабря. Люди хотят блестящего, торчащего. Ну, стразы, бульонки очень приветствуются. Блёстки всевозможные. Елочки, обезьянки. Бусинки и стразы, они вообще актуальны весь год. Но перед Новым годом, конечно, все хотят себя немножечко разукрасить побольше. Обезьяны, бананы, елки, на что фантазии хватит? Те же, кому маникюрный карнавал ни к чему, оценят новинку этой зимы – эффект вязаных ногтей. В свитера можно одеть как все 10 пальчиков, так и парочку. Да вот только на маникюре придется посидеть подольше. Для вечно спешащих же по-прежнему актуальны слайдеры. Сейчас очень модно слайдеры, то есть это экономит и время мастера, и время людей. Люди сейчас очень ценят свое время, поэтому быстренько. Не стоит забывать и про ножки. Им новогоднего настроения тоже хочется. Ну и, конечно же, мужчины. Им прекрасное не чуждо. Мужчины тоже любят ухоженные ручки, поэтому очень часто клиенты это мужчины. Но единственное, они просят, мне только вон тем лаком блестящим не покрывайте, чтобы этого не было видно. Но обычно для мужчин используется просто глянцевание пилками специальными. Они делают просто здоровый натуральный блеск ногтей. Маникюр – это не только красота, это еще и здоровье, ведь профессионал поможет справиться с некоторыми болезнями и вросшими ногтями. К слову, поход в салон – чем не подарок на Новый год? Кто-то придет в качестве клиента, а кто-то сможет пройти обучение, либо повысить свою квалификацию и получить сертификат международного образца. Подарочный сертификат – это хорошее решение проблемы, что подарить на Новый год. То есть владелец сертификата может прийти и сам выбрать, что бы он хотел и что бы ему понадобилось в данный момент. Либо наша услуга, либо что-то из косметических средств. Так что побалуйте себя и свои ручки с ножками, чтобы, так сказать, впорхнуть в новый 2016. Ну а теперь о подарочках. Вот фото победителей предыдущего розыгрыша. Заходите к нам в гости, и мы отдадим ваши выигранные билетики. А тем временем селедка объявляет новый розыгрыш. Внимание, фото! Промурлычьте всем, что ваш кот лучше всех готов к Новому году. Выставите фото в Инстаграм с нашими хэштегами. Нет Инстаграм? Пришлите фото нам, и мы выложим его в ленте Альфы. Хозяин кисы, который наберет больше лайков, получит подарочек. И пусть весь город услышит новогоднее мяу. Ну что, мы елку-то наконец-то пойдем наряжать? А, ну пойдем. А они пусть поют. Хорошо поют, да? Ну ты же согласен, что они хорошо пели сегодня? С Новым годом, крошка! Да, да, да.